Доброе утро! Кого мы сегодня провели в школу? Антона! Да. С кем он пошел в школу? С Стасом! И ты ходил на автобус провожать его, да? Да. Молодец. Ты красавчик сегодня. Вчера вечером, да? Вчера вечером. А я там гулял. Гулял, да? И у тебя новые труселя теперь? Да. Тетя Вера тебе пошила? Помните. Да, с машинками, да? Да. Красивые. Да. Так что у тебя был вчера прекрасный день, да? Что тапки? Тапки. А, там твои тапки еще, да? Давай сейчас пристегнемся. Да, и поедем. Да. Ну и что теперь делать? Я тебя заберу, конечно, обувайся. Своего Спайдермена. Но если хочешь, давай я. Хорошо. Папа, папика, зелень. Хорошо. Только не просись тогда до тети Веры, хорошо? Отвезла Афоню в садик, сейчас разбираю пакеты. Заехала в магазин, купила таких штук. Очень легкие, очень прикольные, такие вкусные прям. Это будет у нас с компотом кофе. Велюр, который мы любим, не нашла, поэтому купила просто цикорий. Самый обычный 60, тут сколько-то рублей стоит. Тоже иногда хочется. Творожка на 100 рублей. Булка хлеба, вот величковский хлеб, почему-то нравится нам сейчас больше всего. Влажные салфетки 49 рублей стоят, Сашана их привозят. Гречку хочу сегодня приготовить. Мультиварки с уткой. И сметанку еще купила. Вот мне нравится, когда вот сразу вот 42 рубля, то есть уже все навешано, сразу видно цену. Это Афонины вещи с садика на стирку. И мама еще нам лука привезла. Здесь по сколько их раздает? По 5 штучек. Вот сразу завернуто все в газетку. В общем, красота. Будем кушать зеленый лук. А я сейчас еду за Антохой. Вот так вот и проходит мой день. Курицу кабачковую икру. В общем, вкусный был, да? Обед да. У тебя. А, здесь она, да. Все, мы уже дома. С Антохой. Мы, кстати, написали Антоше отказ от прививки от гриппа, да? Вот. А тем деткам, которые написали согласие, сегодня будут делать прививки. Делали. Ну да, ну нужно было принести или согласие, или отказ. В любом случае что-то подписать, да? А вот при родителей делают, могут какие-то ребенки заплачут, могут какие-то нет. Да, в общем, эти прививки делаются сейчас при родителях. Родители заходят в медицинский кабинет вместе с детьми, да? Потом еще там что-то скажут. Угу. А вот Грише нужно тоже написать отказ или согласие на отказ. Прививку. Да. Я перед тем, как уезжать за Антохой, сделала быстренько заготовки. Это тесто из творога, которое я купила. Сделала ленивые вареники. Это вот уже третья партия, которую я буду варить. Вторая уже закипела. Вот, ее я сейчас буду доставать. Вот, а вот это вот первая партия. В общем, здесь у меня три партии ленивых вареничков. Здесь у меня творог, три яйца, соль и мука. Все это замесила, муки прям побольше, чтобы тесто не липло, и оно у меня еще успело постоять и отдохнуть. Вот, сюда я его складываю. У нас соленые ленивые вареники, поэтому я немного опять сверху присаливаю и немножечко сливочного масла, и все перемешиваю. Такой вот обед. И салатик еще. Быстрый, потому что сейчас со скоростью света нужно все успевать.
Мам, мне новые чешки, смотри, они уже такие. Да, такие надо поехать купить, да? Мам, все. Коврик. Коврик? Я его забыл в Дом культуры. Не обманывай. Я так и знала, что я чашки в машине забыла. Да? Да, все. Пошли. Теперь Антоху забираем. Как тебе танцы? Фу-фу-фу. А, в пятницу, наверное, на станке уже будем разминаться. В субботу? Нет. Можем и в пятницу. Да? Да, сказали, на станке уже надо. Обалдеть. А что такое станок? Станок — это такая палка железная, толстая, и на ней держится или вот так, или еще, или там еще. Там упражнения, да? Да. Главное в чешках. Нет, сейчас же мы по улице будем идти, одевайся на кроссовки. Сегодня еще на футбол. Ой. Завтра. И послезавтра. Послезавтра. Давай, пиши. Антоша тут помогает нам. Все записывает. Ну, ты напиши, а я тебе скажу. Ага, вот так, да. Это какая цифра? 5! Да. Получилось сколько пучков? 105. 215. А теперь вот вверху, где 152, сотри двойку и напиши тоже пятерку. Вот эту стереть. Стереть двойку и напиши пятерку. Здесь? Угу. Реально, здесь пятерка так написана. Угу. Ой, я не так хочу. Я так еще не умею. Ну, как умеешь, так и пиши. Угу. Молодец. Я как грешу. Сначала один. Да. Антоша записывает, что 13 хрена получилось. 1, 3. Все? Отлично. Молодец. 13 хрен. Да. Это одну же коробку? Ну вот две, дедушка. А, мы перевязали одну, да. Все, пошли, перекусим и будем собираться. Ура, все в сборе. Мальчики, папа всех привез. А! Мама, я какую-то прическу сделала. Здесь ты что, лежала? Я лежала, голова не помыта. Я помою голову, потом покажу, какая мне прическа. А покажи сзади. Вау! У тебя как там солнышко. Нет! Там как салют у мамы. Как салют у мамы сзади. Да? Не надо его брать, он этого не любит. Он уже старичок. Видишь, не надо ломать горку. Так что ворота нам тоже нужны, да? Нет, нам нужна сетка нормальная. Я знаю, где она придется. Давай, быстрее, играй. Я Степа сказал, да? Стоп, штрафной! А это судья. Это строгий судья. Как зовут судью? Сергеич Антон? Смотрите.
че ругаешься? Ага. Да. Ты красавчик. Мам, ну меня с Антохой зачем? Занимаемся по Жукову. Антоха, если честно, то сам попросил, потому что некоторые уже в классе читают, да? Да. Уже кто-то читает? Да. А я не читаю. Ну, поэтому мы просто тренируемся сами для себя. А пока, мы до да? конца. Да. Здесь уже читать сказки. Это когда вот это... Здесь уже читаю. Дальше здесь уже читать. Ну да, уже есть слова. Уже даже на этой страничке у нас начинаются слова. Мы решили, что мы сегодня первый столбик попробуем. А мы по столбикам подняны будем. Да, давай. Я подсниму челку. Нормально еще не могу вам показать, что голова не супер чистая. Вот я нашел линейка. Ага, хорошо. Только положи здесь, хорошо. Монтирую видео, читаем. Сафонии здесь тоже книги листаем. Нести теперь твою будем читать.